любите. Она называется «Мы в твоих руках», и это да, и аминь, потому что Господь говорит, из руки моей никто вас не похитит. Рука где, братья и сестры? Она прилеплена к телу. Тело – это церковь. Когда я в церкви, никто меня не похитит. Если я захочу куда-то высунуться, куда-то пойти прогуляться, а Малик уже ждет с дубинкой, бах, и ты умер. Но когда я в руке Божьей, тогда ничто мне не страшно. Аминь, братья и сестры. Поэтому мы сейчас все вместе споем эту прекрасную песню. Спели, вечно будем радоваться с тобой, Господь. Сейчас, знаете, на земле бывает черная полоса, бывает белая полоса, бывает по-разному. Но когда мы придем на небеса, братья и сестры, это не я придумал, это говорит Писание. Там не будет этого, там не будет черных полос, там будет только все белое, все светлое. Аминь. Братья и сестры, и поэтому перед тобой я сегодня склоняюсь, Господь, потому что ты всемогущий.
ничего, Господь, потому что ты мой источник, потому что ты великий Господь, и я склоняюсь у твоих ног, Господь. Ощущать прикосновение Твое, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя.